Касым Жомарт Токаев посетил военный парад в Москве. Он также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата. 50 минут назад это новость, друзья мои. Вот, значит, фотография, где вот видите, в центре, значит, сейчас давайте раскроем. Вот он в центре сидит Токаев. Рядом с ним, значит, фронтовики. Через одного человека Лукашенко сидит. Значит, кто еще здесь знакомый? Вот Путина я почему-то не вижу. В общем, друзья, давайте почитаем дальше, что здесь пишут об этом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад во знаменовании 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле неизвестного солдата, сообщает пресс-служба Ак-Орды. Наряду с Касым-Жомарт Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Берды Мухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так что вот еще раз открываю вам фотографию. Вот смотрите. Если кого узнаете, пишите в комментариях. Ставьте лайки и напишите в комментариях, что вы думаете об этом. Ну, я обратно стою на своем. Вот как раз я говорю, вот Токаев сидит, через ветерана сидит Лукашенко. Поэтому я говорю, Токаев, не отставая от Лукашенко, требуй, чтобы нам вернули наше ядерное оружие. Как вот Лукашенко, я видел видео, что он уже там, Путин вроде кивает головой, что вроде бы что-то там налаживается у них. Поэтому Токаев, я говорю, тоже не теряйся, не сиди с Иднем, не сиди, не молчи, требуй ядерное оружие, которое профукал наш бывший президент Назарбаев. В общем, вот такие вот новости, друзья мои. С вами был Ергали, пишите комментарии, ставьте лайки. И ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Всех с праздником победы над фашизмом. Всех с праздником. У меня, значит, 3 деда воевали по отцовской линии. 2 деда остались на полях сражений. А отец моего отца, мой родной дед, вернулся весь издырявленный, весь в осколках, потому что был пулеметчиком, пулемета Максим. Вы сами понимаете. Тот, кто пулеметчик, все снаряды, все пули сперва летят в сторону пулеметчика. И вот такой у меня был героический дед, и я им горжусь.